Обильный снег, преждевременно выпавший в Алматы, принес большие неудобства жителям города и пригорода. Водители, которые еще не успели поменять летние шины, с большой опаской передвигаются на дорогах. Пешие тщетно пытаются остановить такси. Жанат, житель Алматы, говорит, что потерял много времени в очереди на станции шиномонтажа. Другой же водитель говорит, что к зиме он оказался готовым на 90%. Снег шел всю ночь, из-за этого меньше стало и общественного транспорта, что доставляет пассажиров из пригорода. На обочинах полно голосующих, кто пытается добраться до города. Власти Алматы сообщают, что на уборку снега на улицах и на тротуарах выведены 465 единиц техники и более 500 рабочих. Обещано, что до вечера улицы города будут полностью очищены от снега. Нуртай Лаханулы, Токмалды Кусаинов, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.